Ребят, такого я, конечно, вы знаете, люблю. Частенько говорю, что такого еще не было. Но вот такого камбэка я не припомню вообще за всю историю. И опять же, повторюсь, тем более в золотом дивизионе. Пацаны, я буду очень-очень-очень сильно благодарен, если вы поддержите серию лайком просто за этот камбэк. Это... Ну что, дорогие друзья, раз всех приветствую, с вами вновь ваш географ Александр Булочкин. Это значит то, что вы вновь попали на новенький урок географии. Перед тем, как он начнется, хочу пожелать каждому, кто кушает, приятнейшего аппетита, каждому, кто смотрит, приятнейшего просмотра, и зафиксировать одну важную вещь. Я зафиксирую ее прежде всего у себя в голове, потому что я должен понимать, что сегодня будет все или ничего. Я должен понимать, что я сегодня могу лишиться очень многого, а именно золотого дивизиона. Да, у меня все складывалось неплохо. Каким-то образом, в том числе за счет каких-то моих там незнаний или еще чего-то, я позволил своему рейтингу скатиться до уровня 695. И это, в принципе, ну не грань, но если я проиграю раз, а может быть два, то меня просто вышвырнут в Silver Division. Я не хочу это, с одной стороны, вот прям вот думать об этом, да, как бы вот прям вот... Все, ладно, все, будь что будет, будь что будет, друзья. Фух. Так, соперник... Довольно-таки серьезный. Уровень выше, так, я... Мне это почему-то кажется, что... Фига себе, интересно, какой-то это... Volkswagen? Да, это Beetle. Так, подождите, пацаны, у нас вышибала началась или что сейчас? Подождите, чуть... Ну, это похоже на какие-то... С одной стороны, я бы сказал, что это Италия почему-то. Мне кажется, очень какие-то... А с другой стороны, вот такие автомобили очень больше напоминают, конечно, Южную, ну, Латинскую Америку. И, наверное, все-таки это она и есть. Синий автобус... Кооператив, ну да, друзья, это Латинская Америка, а вот что именно, как понять, как бы это ни оказался какой-то остров, но я надеюсь, что нет, очень узкие улочки, я не понимаю, друзья, в таком подобном месте мы еще реально не бывали, потому что, слушай, а может это реально какая-нибудь Мексика? Ну типа, Forza Horizon у нас Мексика, но вообще такси желтого цвета, подожди, смотри, они реально Мексика, это Мексика, мы сейчас попали в Форт... Предположу, что это где-то здесь. Пожалуйста. Эквадор! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я думал, мы реально попали в Forza Horizon 5, пацаны. Я думал, что мы реально попали в Forza Horizon 5. Так, ну мой соперник понимает, что он по сути сейчас может отвечать, ну грубо говоря, все что угодно. И чтобы каким-то образом я сейчас... Так, слушай, ну почему-то мне кажется, желтые номера... Так, окей, с этим попроще. Это у нас правый руль, это United Kingdom. В принципе, у нас понятно было и по атмосфере, что похоже на Англию. Но давайте около Лондона я не буду как бы экспериментировать. Мало ли, да, все-таки в большинстве случаев мы там частенько бываем. Друзья, ну сразу потерять большее количество ХП. Я не думаю, что мой соперник сейчас допустит ошибку и не догадает. Подожди, стоп, а почему там правостороннее движение? Что? Я только сейчас об этом, блядь, задумался. Там правостороннее движение, блядь. Я на нем. Что я делаю? Что я делаю? Зачем? Подожди, это просто леворуль, это просто праворульная машина. Ну это Сингапур. Блядь, ну это Сингапур. Я просто даже не буду тратить время. Это очень похоже на Сингапур. Если это не Сингапур, то все, я увольняюсь. Я увольняюсь из этой игры, пацаны. Я увольняюсь. Ну да, это Сингапур, это было бы, ну и то он ближе, и скорее всего, что, все, пиздец мне, нет? Не, ну тут не такая большая, такое большое расстояние. Что я творю? Что я творю, друзья? Кто-нибудь остановите меня, возьмите меня за руку, чтобы я правильные какие-то... Так, желтые номера. Ну, там были желтые номера, подожди, это что-то очень такое, знаешь, мы никогда не сдаемся, это факт. Друзья, руль справа. Акватория, паркинг. Если это какая-нибудь Новая Зеландия, это пиздец будет. Подожди, желтые номера где? Я не помню, где желтые номера. В Австралии желтые номера? Мне кажется, что нет. Вообще по качеству, по всему... Мне кажется, это Австралия. Это Австралия должна быть. Ну, блядь, должна быть Австралия. Ничего не написано, правильно? Блядь, я поехавший. Подожди. Ну это реально Австралия, но Окленд какой-нибудь ставить, да и все, потому что, ну тут вариантов нет, он скорее всего ищет сейчас конкретное место, я думаю, что он прекрасный, для желтых номера реально в Австралии разве? Почему я про это вообще забыл? Короче, давайте Окленд поставим, я не знаю, но, ну блядь, ну это очень опасно на самом деле, потому что Австралия очень большая и
А, подожди, какой Окленд? Окленд это у нас этот самый. Я уже знаю, поплыл. Подожди, давай. Около Сидна, я не знаю. Честно, мне кажется, что... А прикинь, сейчас реально Окленд окажется. Ну не, мне кажется, это Австралия. Там реально желтые номера. Повезло! Просто повезло, пацаны. Просто фиксируем везение. Фиксируем везение, реально, что это Сидней оказался. Так, надо хилиться. Дурас, Шкодер, Морине. Желтый опять номер. Да что за хуйня происходит? Что сегодня за города? Бурель, Пешкопи. Не знаю, что это такое. Eat oil. Я бы как бы international. Горы. Небо не разорвано. Подожди, а что это такое? Бурель. Еще смотри, он, кстати, меня не топит. Он мог бы сейчас ответить хотя бы что-то и... Я не знаю, что это такое. Вообще, я не понимаю, что это за язык. Пешкопи какой-то. Блять. Пусть будет Македония какая-нибудь. Я не знаю, но это вряд ли, наверное, оно. Но близко. Ну, кстати... Ну, Албания. Подожди, в Албании же немножко красненьким должны быть номера, по-моему. Я подумал об этом. Надо было, во-первых, ближе к горам. Я не понимаю, почему поставил в центр Македонии, где нет гор, блядь. Хотя там гора, горы повсюду. Так. Нет, это, к сожалению, не шанс. Нотариус. Так, подожди. Подожди. Так, подожди. Стоп, теперь главное сейчас понять. Это Украина. А вот город... Блин, как мне сейчас... Подожди. Так, давай, надо сейчас внимательно смотреть. Ну, вода Киев, ну, блин, ну, можно предположить, конечно. Ну, наверное. Блин, ну, я не знаю, у меня вариантов нет. Попробуем его обескуражить, я не знаю. Так, хорошо, хотя он что-то уже нажал. Окей, ставим. Ну, давай сюда прям. Блин. Ну, я ближе! Блин, это очень... Это непонятно, чем закончится. Конечно, у меня ХП в 5 раз. В 4 раза меньше, чем у него. Я просто не понимаю, пока чем это может обернуться, пацаны. Это я просто не понимаю. Так, левостороннее движение. Да? Ух ты. Бля, это вообще... У меня сразу почему-то ассоциация с Кубой, но... Фрейдрих Лейдер Век. Немецкий язык. Так, ребята, надо... Австрия. Ну давай просто попробуем предположить, что, наверное, это какой-нибудь крупный город, ну типа Вена. Блять, ну это может быть не Вена, ну давай Вена. Я повезло, но он тоже шарит, я не знаю, как он это понял, но смотрите, просто я... Если бы не эти тупые ошибки... Ну все, 2,5 икс дамага, это сейчас чуть-чуть он ближе окажется, и все, пиздец мне. Так. Так, подожди. Блин, ну почему он перемещается? Стоп, я пока не могу понять. Мне нужна какая-то подсказка. Может быть, это в принципе... Блядь, мне нужно... Теви... Мне кажется, что это... Литва, либо Латвия, по идее. Так, указатель. Блядь, мне сейчас нельзя ошибаться. Вот сейчас как никогда. Кикуру... Алсунга, блять, или нет? Короче, это Литва либо Латвия. Не знаю, как мне сейчас правильно определиться. Просто не понимаю. Блять, вообще хотя бы какой-то язык какой-то непонятный. Блять, а может быть и нет. Блять, у меня такое ощущение сейчас, что это Скандинавия уже, пиздец. Подожди, стоп, на остановке что написано? Блять, почему я ее до сих пор не могу различать? Пацаны, это сейчас очень напряженная херня. Я не знаю, мой соперник понял или нет, но это не... Нет, это... Скальда. Блять, почему язык похож очень на... Я не знаю, ребят, но пусть это будет... Латвия, Литва. Не знаю. Литва. Я ближе. Он ответил, это в итоге была Латвия слева, я оказался ближе, просто мне повезло, пацаны, просто повезло. Понимаете, что происходит в золотом дивизионе? Все, это проигрыш, я не знаю, эти горы, сейчас сориентироваться как-то, что мне повезло, это просто невозможно. Это невозможно. Это какая-нибудь Хорватия, мне кажется, почему-то по обстановке, но я могу очень сильно ошибаться. И мы, по-моему, были здесь, в подобном месте в прошлой серии. По-моему, мы уже тут бывали. Аусгеномен. Может, это Швейцария? Ну, это, по-моему, немецкий язык, то есть логично предположить, что это, скорее всего,
Может, Австрия, может, Швейцария. Либо Австрия, либо Швейцария. К чему страница, я не знаю. Так, он что-то нашел. Прогрузись! Да, 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 это Австрия, блин. Так, ребята, как мне сейчас нехорошо, вы бы знали, как мне сейчас нехорошо, 3,5 икс дамага, я с 1500 хп, херву туча времени уже просто... Какие острова, блядь, какие острова, это Исландия или что это? Наверное, да, какие-то айландс. Листа Хасколи, я не знаю, что это такое. Или норвежские острова, или какие-то... Пиздос. Это пиздец. Блять, рисковать или чё? Рейкьявик. Бля, предположу, что это близко к Рейкьявику. Пожалуйста, я не знаю, он, наверное, увидит, но я сразу понял, что это, блядь, какие-то острова там. Ну, просто, ну, это может быть указатель, понимаете, куда угодно, вообще, просто пиздос. Я не знаю, просто везение. 3,5 икс дамага, то есть, если он сейчас не Исландию выбирает, я выигрываю. Но он выберет Исландию. Что он выбрал? Что? Что? Охереть! Просто охереть! Да ну нафиг! Он... Почему он ничего не нажал? Почему он не нажал? Я сразу предположил, что это Исландия, даже до Рейкьявика. Это просто официально... Ну, во-первых, это первый камбэк мой в золотом дивизионе. Это во-первых. Во-вторых... Ребят, такого я, конечно, вы знаете, люблю, частенько говорю, что такого еще не было, но вот такого камбэка я не припомню вообще за всю историю. И опять же, повторюсь, тем более в золотом дивизионе. Пацаны, я буду очень-очень-очень сильно благодарен, если вы поддержите серию лайком просто за этот камбэк. Это... Так, мне аж поплохело, это такая... Сейчас, я... Прикиньте, я уже был готов сдаваться после двух раундов, и я реально настоял на своем и до последнего, просто до последнего. И, кстати, друзья, я тут вспомнил о том, что забыл совершенно поблагодарить вообще каждого за комментарии, за подсказки, которые вы мне даете в целом под выпусками. И здесь Марат Минибаев написал огромное количество различных подсказок там и про США, и Канаду, и про Португалию, и про Испанию, и в Южной Америке как различать. И то, что там в Швейцарии и Японии есть низкая камера. Короче, здесь огромное количество подсказок просто, которые, я не знаю, как это просто все держать в голове. Они, конечно, безусловно, все полезны, но как это все держать в голове, я не понимаю. Друзья, это одна из самых лучших каток за все вообще время из золотого... Бля, я каким образом это... Мне кажется, он просто что-то у него лагануло. Вряд ли он... Ой, бля, чувак на грани перехода в следующий дивизион, и я такой тут нарисовался. Все, мне пизда, короче. Можно я его поприветствую, чтобы он понял мой настрой, что я как бы добрый, нормальный пацан. Так, турку. Стоп. 7 километров до турку. Я просто знаю, что это... Ну, может быть, конечно, с другой стороны, но... Кстати, надо было ближе, наверное, стоять. Хер знает. Бля, я, прикиньте, чувака обломаю. Ну, не, наверное, он понял тоже, что это Финляндия. Хотя, ну, турку вряд ли же где-то еще есть. Я тебя услышал, но он не увидел, по крайней мере, турку. И, между прочим, 1100 хп! Это может быть решающей херней. Так, ладно, мне повезло, просто повезло. Вот то самое ощущение, когда живешь около Питера. Так, что, около Питера? Ну, в смысле, около Финляндии. Около Питера. Так, не смешно. Что это? Подожди, там какие-то, может быть, названия... Бля, мне показалось, там... Да нет, там просто номер дома. Блять, это очень плохо, потому что я ничего не понимаю вообще пока что. Это какая-то деревушка. Ну, наверное, это похоже на что-то... Ну, не знаю, на что это похоже. Блять. Ну, опять же, хочется почему-то предположить, что, может быть, чисто в теории, это какая-нибудь Латвия-Литва. Но, блять, я бы доехал. Я бы доехал до какого-нибудь указателя, и я не знаю, в правильном ли я направлении. Тут просто кому повезет, мне кажется. Так, автомобиль. Гольф. Ну, какие-то европейские вроде, да, номера, что такое? Ну, синенькая полоска, по крайней мере, есть. Нужна надпись какая-то срочная, иначе это может быть все что угодно вообще, на самом деле. Так, 150 метров. Поворот. Ну, количество... Ну, ладно, Volvo это еще ничего не значит. Ух, как позеленело. О! Так, приехали. Блять. Чехия, что ли?
Подожди. Паркитас Виклс. Да нет, это... Но это же... Алоха. Нихуёха, бля. Так, подожди. Ну нет, нет, это Латвия либо Литва. Блядь, алоху искать, конечно, я думаю, не вариант, но в целом у нас есть время поразмышлять. Так, куда-то я не туда поехал. Мне кажется, это Латвия. Мне кажется, это Латвия. Подожди, на всякий случай я, конечно, приближу. Вряд ли здесь алоха, наверное, это слишком маленькая какая-то деревуха. Ну давай сюда просто вот тыкнем. Блять, надо было брать выше, смотри, ближе к Эстонии. Но он тоже догадался, но видите, расстояние решает. Ну тут невозможно, как я могу знать, где алоха находится. Да, какая-то горная штука какая-то. Ну-ка, что написано? Энтот Риста Литенерарари. Ну вообще похоже, наверное, на итальянский, да? Энкэмп Франча. А может быть и нет. Подожди, нет, Франча что-то как-то звучит как-то по-французски, по-моему, да, больше. Пол де Гель. Полиция. Это Франция. Да? Ну Франция же. Блять. Я надеюсь, я сейчас не обосрусь. Ну вообще, да, это Франция. Какая-то горная штука. Ну давай предположу, что это где-то... Было Монако, не знаю. Хотя, блять, не факт. Ой, блять. Он даже знал... А, это Андора. Ёбаный в рот! Блять, там же есть отличительные всякие штуки. Я вот, пока я, блядь, допёр, что это Франция, ну, что французский какой-то язык. Ну, ёбаный пе-компотик, а? Ну, что такое? Так, грузовик, помоги мне, пожалуйста. Лаймер.бе. Бельгия, окей. Ну, блядь, надеюсь, да, всё-таки это Бельгия. Ну, давай, наверное, поставим, не будем, как бы, экспериментировать слишком сильно, Брюссель. Не совсем. Совсем, это даже, я скажу больше, это Нидерланды, это уже граница прям там. Так, пока идем очень наравне, но мне это нравится, потому что я не понимаю, каким образом я вообще начал конкурировать в золотом дивизионе. Это что-то, блядь, с чем-то. Ну все, начинается Африка, блядь. Нет, это не Африка, кстати. Это скорее какой-нибудь... Я не знаю, но вообще это Хиллинг Раунд, конечно. Подожди, нет, что это? Подожди, короче, какой-то язык? Ну да. Они, подожди, они справа едут все? Или... Да не, не, они едут как хотят, короче. Это нормальная тема. Ну давай, ладно, что тут париться? Это Хиллинг Раунд, Бангладеш, хотя... Мне кажется, что это больше похоже на... Таиланд, да нет. Ну, пусть будет Бангладеш. Хотя Бангладеш, мне кажется, вообще встретить автомобиль это редкость. Хотя, может быть, у меня странное представление. Просто хотя бы поймем, может ли это быть Бангладешем. Потому что Бангладеш какие-то рынки, да, это все-таки... Это вообще Камбодия. Надо туда вообще не соваться, поэтому зря я туда сунулся. Надо было, как и предполагал, Таиланд лучше выбирать. Бангладеш — это когда куча рынков каких-то, еще что-то. Вот это да. Так, поля, отлично. Трусы какие-то висят. Замечательно. Куда едем? Ну, наверное, вот туда. Там вроде как больше чего-то должно быть. Столбы, столбы. Ну, тут кто первый приедет и найдет что-то, потому что я хер знаю. Но это может быть, опять же, может быть, Польша, может быть... Латвия, может быть вообще... Куда ты? Куда? Ты чего? Чего ты понял? По столбам каким-то? Пары. Я не знаю, что такое пары. Подожди, это нихуя... Это что-то здесь. Блять, может это тоже Камбодия? Ебать, Камбодия. Пара, блять. Все, мне пизда. Ну это я просто... Это отчаяние было. Потому что я охерел от того, что он просто ответил. Ну здесь по факту. Он оказался сильнее, я просто что-то такое думаю, может что-то похожее, но это Южная Америка оказалась. Ладно, это было сложно для меня, друзья, но мне в любом случае, знаете, от первой катки мне стало настолько хорошо, потому что это, конечно, приятно, когда ты камбэчишь. Ну да, возможно, он там просто не успел нажать, но все равно факт остается фактом. Чувак поздоровался, ладно, тоже поздороваюсь. Что-то узенькое, что-то узенькое, и подария де госто... Блять. Я хер его знает, что это такое. Ну это типа... Что-то я, подожди, я запутался нахер. Подожди, что это может быть? Коло... Блять, что это такое нахер? Камача какая-то, блять. Я не знаю, что это такое, блять. Ну это где-то здесь, я не знаю, пусть будет... Ну это не Сербия, блин, но это...
Хорватия, может? Нет, это, мне кажется, Италия какая-то. А, Португалия, ёбаный брод. Ну я не узнал этот язык вообще. Меня обескураживают просто! Я не успел, блядь, я думал, блядь, ну как. Ля кукарач какая-то, блядь. Ну что я нажму-то? Да, ну надо было. Ну и, наверное, если бы мне дали чуть побольше времени, я бы, конечно, понял, что это все-таки не. Дизель. Фармаси, клик энд коллект. А, понял тебя. Так, это у нас Ирландия. Это у нас Ирландия. Да. Ну давай под Дублином, наверное, сразу. Ну а что тут думать? Наверное, где-нибудь здесь попробуем. Может быть, около Дублина. Ну просто, как бы, какие варианты? Просто сейчас рисковать? Я думаю, что она того не стоит. Здесь в любом случае понятно, что это Ирландия. Вот какой именно город? Ну заебись, бля. А с хрена ли там машины-то, блядь, с белыми номерами преимущественно ездят? Я не понимаю, блядь. Ну охуеть теперь. Ну что это? Ну что это? Ну что это? Ну что это такое, блядь? Ну это ж пиздос. Я обескуражу его, короче. Я поставлю, блядь. Ну это не Монголия, конечно. Бля, я не знаю. Мне, я кажется, что это Австралия, блядь. Где-нибудь, блядь, вот тут вот. Все, блядь. Я не знаю. Желтая разметка, как какая-то засуха. Наверное, это какая-то... Ну очень редко она попадается. Может быть, не стоило так рисковать. Я не знаю. Ну почему-то нет. Кстати, я бы не подумал, что это. Блять. Надо еще сыграть. Блять, ну сейчас, конечно, меня может выкинуть чисто в теории, но давайте верить в лучшее, потому что. Ну это что, это Израиль, что ли? Походу, да. Да? Ну да, блять, что ты думаешь, Саня? Израиль это. Так, Израиль, ну давай, тут как бы как угадаешь, между Иерусалимом и Тель-Авив, наверное, где-то здесь надо ставить, потому что, ну хотя может быть все что угодно, конечно, но надо было чуть-чуть как бы это самое. А, подожди, это Жордан, да, по-моему, уже. Ну, короче, один хп у меня снесли, не так обидно, поэтому нормально. Так, ребят, надо как-то напрягаться, потому что, ну давай туда поедем, я пока не понимаю, узкие улочки, желтые номера? Блять, там желтый номер был только что. Нантес, Понтресо. Ну это что-то такое, кстати, бельгийское, мне кажется, нет? Почему-то мне кажется, что это такое бельгийская какая-то тема пошла. Прямо какая-то брюссельская капуста прям. Нет? Я не знаю, почему я теперь, блядь, везде... А может быть это просто, блядь, Франция какая-нибудь? Вообще очень много французских машин. Блять, я не ебу, реально. Ну давай около Бельгии, вот тут просто, вот на краю, вот тут что-то. Лиль, может, какой-нибудь, кстати, надо было Лиль тыкнуть. Еба, не так уж и, блядь, к Лилю-то, это Нантес. Ну, не так уж и плохо, конечно, но, ребята, нам-то нужна победа. Без разницы, как это произойдет. Блядь, флаг висит, а я даже не понимаю, что это такое. Я в натуре не понимаю. Монголия. Так, какой-то город Монголии. Ну, наверное, вот он, Улан-Батар. Ну, все-таки, да? Наверное. Я надеюсь, по крайней мере. Хотя, конечно, всякое может быть. Но тут, блин, ну соперник, ты смотри, может, а? Может, блин! Пипец какой-то, просто пипец. Ребят, надо что-то с этим делать. Надо что-то с этим делать. Потому что это, конечно, если он меня, как бы, где я должен врываться? Вот какое у меня преимущество есть? Правостороннее движение. Блять, опять это Индонезия сейчас, по идее. Это начнется, да, сейчас опять? Индонезия, Филиппины. Вот это я должен сейчас угадывать, я правильно понимаю? Я нихуя не знаю, блять. А, Филиппины. Фу. Филиппины. Так, а где могут быть Филиппины? Ну, преимущественно где-то вот здесь, около Манилы, мне кажется, всегда. Надеюсь, в этот раз тоже сработает. Я надеюсь, мой соперник, может быть, тоже путается. Филиппины, Индонезия, вот это вот все. И сейчас он как бы это. Надеюсь. Но я думаю, что нет. Я думаю, что он сейчас вообще точно угадает даже где. Потому что он все-таки довольно опытный. И... Ну. Я тебя понял. Я тебя услышал, брат. Услышал, хорошо. Выводы сделал. Ладно. 0.25 x хилинг. Ну, здесь как бы мне было бы неплохо похилиться. Пан... Какой пан, блядь? Блядь, что это такое? Ленту? Это Южная Америка, наверное, да? Что-то такое? Аргентина написано? Карта... Луис Мюнес... Чили, по-моему, там флаг чилийский.
Давай Чили, я не знаю, где-нибудь Сантьяго какой-нибудь. Нихуя себе. Вот так бы, блядь, всегда, да, как говорится? Сантьяго, блядь. Сантьяго угадал Сантьяго. Нормально, блядь, Сантьяго. 1.5x дамага, осень. Болгария, что какая-то, нет? Болгария, блядь, сейчас. Будете Болгария. А, Венгрия. Ну давай, ладно, Венгрия. Чё, Будапешт? Или куда? Ну да, Будапешт, я не знаю. Ну а что тут думать, да, как бы, зачем тратить время, попробуем его обескуражить, может он не успел, ну тут флаг висит. Ну просто почему вот такая херня не происходит, когда я, вот тут и флаг, и сайт, и все что угодно сразу тебе, ну как вот тут, ну тут естественно, не... ну сейчас еще и город угадают, ну блядь, естественно, ну потому что в основном лучше тыкнуть в какой-то крупный город, либо столицу. Опять, бля, мне кажется это, кстати, надолго, пока я не ошибусь как-то конкретно, если мы так и будем угадывать. Так, дабл дамага. X-Trail. Бельгия. Я же надеюсь, он сюда не просто так забрел. Ну давай. Я не знаю, Брюссель, блядь. Ну а что еще думать тут? Ну как бы, хотя может быть, кстати, ближе к Нидерландам. Мы уже выяснили, что как-то они вот тут вот любят вот эта штука часто. Смотри, тут реально все. Вот тут я уверен, сейчас и сайт есть, да? Брюссель. Ну там, да, это Брюссель, короче. Да? Где-то там. А, смотри-ка, он не... как-то вот... Чё-то как не увидел. Чё-то как не увидел. Опа! Пока временно вырываемся вперед. 2.5x дамага. Угу. Ну, какая-то сингапурская тема началась, мне кажется, да? Подожди, нихуя не сингапурская. Может, Нью-Зиланд это? Может быть, Айсленд, блядь? А может быть, блядь, может, ты уже предположишь что-то? Блядь, подожди, но это не похоже... Я всегда путаю, я знаю, я уже должен не путать. Но вот это похоже конкретно на Нью-Зиланд. Это не похоже, мне кажется, на... Блять, ну сайт-то оставьте, я могу связаться, блять, завтра. Короче, я рискую. Ну, блять, это не похоже... Ну, а, ну да, язык-то английский. Короче, Нью-Зиланд, Окленд. Нет, не Окленд, наверное, ну похуй. Блять, он даже знал, где это. Ну вот, на Окленд это, конечно, не похоже было, но я боялся куда-то в другое место тыкнуть. Куда я там, блядь, тыкну? Потому что Нью-Зиланд, если и бывает, то обычно это Окленд. Ну тут, опять же, вот, мне не обидно, знаете, проигрывать, потому что... Ну, блядь, это Африка, да? Я не знаю, вроде разрыва нет никакого. Хер его знает, блядь. Блядь, сейчас бы подсказки эти все выучить насчет Африки. Ну, пиздос просто полный. School Primary... Я не знаю, давайте обескуражим, попробуем. Мне кажется, что это какая-нибудь Ботсвана. Бля, если это Кения, ну пиздец, он что-то понял. Бля, ладно, я тыкну вот сюда, вот, хуй знает. Блядь, надо было Сватини, пиздец, 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 пиздец. Ну пока живем, пока, ну тут я не знаю, видишь, тоже отличительный. Я не выучил их, я не могу запомнить, держать себя в голове это все. Так, качество не очень. Блять, ну он точно знает, что это. Праворульная. Ну это какой-нибудь Кейптаун, блять, да? Ну он сейчас будет ближе, и мне пиздос. Ну это точно Саус-Африка. Блять, ну я не знаю, давай вот сюда ткну. Бля, если Кейптаун. Не, мне кажется, вот тут вот надо, вот тут. Ну, нажал. Пизда, ну да. Не знаю, тут как-то пустынно было, я думал, что это прям вот эта часть. Это Саус-Африка, конечно, да? Ай, блядь, какой пиздос. Нет, подождите, ребят, ну так нельзя, так нельзя. Ну, давайте мы сейчас либо попробуем вырваться обратно, потому что, ну, бля, я надеюсь, что у меня сейчас... Это Тайвань. Да? Опять этот ручеёк, постоянно в Тайвань, который попадается каким-то непонятным механизмом. Хотя нет, подожди, не буду рисковать. Но вообще похоже. Там вот эти, только там какие-то штучки, помните, в воде постоянно? Мы уже там уже 100 раз побывали. Не, ну я не хочу сейчас раньше времени. Не, ребят, я не могу себе позволить. Я уверен, ну я надеюсь, что я все-таки в Сильвер Дивизионе что-то могу. Бля, мне бы хотя бы мужика этого разглядеть как-то, а он как-то... Блять, ну это на Тайвань как будто не похоже на самом деле. Это может быть как раз-таки что-то тайское. Ну почему-то у меня вот, не знаю, вот эти вот речки. Если бы там была эта штука, я бы точно назвал Тайвань, но... Что-то меня останавливает. Все-таки я бы склонился больше к какой-нибудь... какому-нибудь Таиланду просто и все. Хотя... Да хер знает. Как-то слишком суховато, да? Какой-то экзотики не хватает для Таиланда.
блять. Вот послушать. Вот Тайвань-то просто понимаете, как бы, да? Ну, далековато будет от Таиланда. Не, наверное, это все-таки не похоже на Тайвань. Я не знаю. Мы пока ничего не увидели. Ребят, ну он что-то знает, смотри-ка. Блять. Че, Тайвань выбрать? Да не Тайвань. Короче, ладно, Таиланд. Просто Таиланд. Около Бангкока. Хуй его знает. Ебать. Моя любимая пошла. Филиппины и Индонезия, блядь. Ну ладно, начинается, начинается. Когда-нибудь, друзья, как Литву от Латвии, начну различать. Ладно, я на самом деле бодр, потому что я все-таки Edge Moped. Заебись. Флаг. Подожди, что это за флаг? Эстонский? Чего, чего, чего? Нет, это очень непонятно какой. Подожди, желтые номера. Что, блядь, происходит? Подожди, что-то слишком много всего. Левый руль. Вагоны Мерседеса стоят. Бюджигарден. Вообще, блядь, как будто типа Швеция. Так-то. Ну вот и Вольво подъехала, как бы, уже другой разговор. Наверное, Швеция, Бюджигарден какой-то. Керамик. Вкус. Блядь, да нет! Это не похоже на шведский, я не знаю. Вроде разметка вот эта прерывистая, как бы вроде все. Реально, что ли? Вообще, да, наверное. Блять. Ладно. Окей, я не буду, конечно, сильно рисковать. Блять, куда-нибудь хочется сюда, на всякий случай просто. Вот чтобы я был нигде так в стагу. Бля, ну это вообще Швеция. Ну вот, вольвешники, смотри, какие в достойном состоянии. Ну где еще-то? Он его немножко растянуло, правда. И прерывистое... Вот это ткнул, так ткнул, блять. Вот это решил, блять, пониже опуститься. Так. Бус на заказ, заебись. А чё, подожди, как дальше-то нам поступить? А, так, подожди. Киргизстан. Ну да, красные номера. Конечно, конечно. Так, подожди. Где он? Сейчас, подожди, я потерялся реально. Вот он. Бишкек? Ну, наверное, да. Блядь. Сейчас, вот сейчас, кстати, есть шанс, что мой соперник... Не знаю, конечно, может и... у него iPhone Fan Brandon. Вообще, мне кажется, что это... Подожди, тут, по-моему, город даже Свердлов. Какой Свердлов, блядь? Что за город, блядь? У Металиев. Не понял. Ух ты, ебать. Извини, мужик. Мужик, сори, мне обратно надо просто. Так, ребят, исправился. Конечно, блядь, закрепить или... Ну его нахер, сейчас меня выкинут. Не, давайте мы оставим вот так вот, потому что что-то, я не знаю, я, конечно, ничего хорошего сегодня не надел. Мы, в принципе, опустились, но сегодня была катка, ну, достойная, я считаю. Вот это первая, и я исправился быстро, потому что оставаться в Silver Division не хочется. Не, значит, все-таки какие-то знания есть, видите, раз я из Silver Division быстренько выпрыгнул. То есть прогресс есть, это самое главное. Но, конечно, все знать, наверное, невозможно, тем более... Так быстро научиться. В общем, будем стараться, друзья. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.